С борта Международной космической станции вас приветствую я, командир 68-й экспедиции Сергей Прокопьев, бортинженеры Анна Кикина и Дмитрий Петелин. Добрый вечер, друзья и коллеги. С праздником! Ваш юбилей – это важное событие и для нашей космической отрасли. МИФИ – это опорный вуз Роскосмоса, который готовит специалистов для Российской космической корпорации. Вы вносите огромный вклад в нашу работу на МКС, в освоение космоса и в будущие грандиозные проекты. Спасибо вам, ученым, преподавателям МИФИ, вашим талантливым выпускникам, настоящим профессионалам за колоссальный труд, за победы и достижения, которые и делают нашу Россию великой. МИФИ, мы гордимся вами и нашей наукой, гордимся нашей страной. С юбилеем, МИФИ!